Под звуки барабанов колонны двинули в путь от Театральной площади. И через несколько минут Курортный проспект превратился в яркую людскую реку. Тысячи воздушных шаров, сотни триколоров. Россия, вперед! Для нас это большой праздник. Самый лучший в мире праздник. Отличное настроение. Хочется, чтобы у всех оно было такое, как у нас, ветеранов. Активисты молодежных объединений также шли в приподнятом настроении. Им есть чему радоваться. В городе после долгих лет ожидания появится дворец молодежи. На самом деле эмоции непередаваемые. Переполняет одно счастье и радость за наш город, за такое великолепное мероприятие, что люди приходят, смотрят и поддерживают. К оформлению колонн подошли с фантазией. К примеру, во главе коллектива городского профессионального техникума ехал вот такой деревянный автомобиль. Этому транспортному средству было разрешено в это время передвигаться по Курортному проспекту. Спортсмены маршировали под звон своих медалей. Гимнасты, фехтовальщики, футболисты, боксеры. После Олимпиады в городе стали активно развиваться сотни видов спорта. Мы лучший курорт, мы круглый год теперь работаем. У нас лучшие пляжные территории. 13 пляжных территорий имеют голубой флаг. Мы самый чистый город, мы благоустроенный город. У нас чистое море, мы достойны того, чтобы праздновать. Ветераны и почетные гости города наблюдали за демонстрацией с трибуны. Впрочем, зарядиться энергией сочинского 1 мая могли люди со всех уголков земного шара. В этом году сочинское первомайское шествие впервые транслировали в интернете в режиме реального времени. 300 человек с телефонами и планшетами в руках заняли позиции на пути следования колонн от Зимнего театра до Южного мола. Финальная точка праздничного пути – морской порт. Там прошло награждение коллективов, которые внесли особый вклад в развитие города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.